Признание государственного суверенитета с размахом отмечают во всех уголках Южной Осетии. В честь знаменательной даты в Лениногорском районе прошли памятные мероприятия. Завершились они в поселке Ленигор большим праздничным концертом. В этот вечер в центре поселка собрались жители и гости района. Пришли целыми семьями, звучали многочисленные поздравления с Днем признания независимости. Ленигорцы отмечали, что благодаря Российской Федерации был положен конец многолетним страданиям нашего народа. Перед собравшимися выступили заслуженные артисты Южной Осетии Суслан Хасиев, Вану Бекоев, Нина Гатикоева. Не менее ярким стало выступление танцевального ансамбля «Чесангум». Звучали патриотические песни, исполнение которых было наполнено бескрайней любовью к Отечеству. Артистам удалось создать праздничное настроение. Зрители подпевали знакомые всем песни из репертуара Нины Гатикоева и Суслана Хасиева. С долгожданной победой народ Южной Осетии поздравил начальник отдела культуры и администрации Лениногорского района Бессарион Битаров. Мы очень долго шли к этому дню, и я хочу поздравить осетинский народ с праздником, с признанием независимости, счастья, любви и процветания нашему народу. Праздничный концерт завершился выступлением Вану Бекоева. Анжела Кокоева, Аида Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.